Всем здрасте. Поступил мне запрос на днях насчет сладкого СМР. И ссылка на мой видос, но я его не осилила. Ну, не осилила и все. Я вот не помню, что я там потеряла, там я в конце так промотала. Кажется, показываю книжечку, но я так поняла, что мне надо купить вкусняшек и не похрустеть. В общем, одни я вскрыла для вас. Нет, еще часы, которые слегка идут не в ту сторону. Батарейка к ним и телефон. Что время знает. Еще холодильник будет. Пожалуй, я попробую вам похрустить. Я правда не уверена, как это все будет. И вот и слышно, как я тут хрустю. Ибо расстояние от меня до котика приличное, а над компьютером, смотри, что-то у меня не случилось. Это у нас было компьютер ручной работы. Маршмеллоу едим дома. Вот так оно будет. Это кот пытается есть. Ну, штучку сегодня уже слушаю. У кота сегодня день варенья. Коту кот. Что мне тут изменило? Тот магазин, из которого я тогда покупала эти штучки сладких коробочках и не хрустала, закрывается через неделю, к сожалению, сегодня можно вот совершенно специально. Я покупала там. Лимонные, по-моему, маленькие лимонные дольки, мини-дольки. Подозреваю кота, надо было убрать сумку, переноску в комнате, потому что он лазает везде, шарахает табуретку, миску, сейчас что-то пытается на кухонном столе с командой. Для меня вот это слышно, оно шуршит громко. Не знаю, как оно будет шуршать. Слышно так? А еще пахнет лимоном. Ароматизатор, конечно.
купила по скидке. Они, наверное, не пошуршат. Но я попытаюсь их вскрыть. Как-нибудь. Они раскрываются. Тоже были по скидке. И сроком они до 23 июля. Сегодня этот июль начался. Принесите нам солнышко в наше лето мокрое. Прям Питер какой-то. Птичье молоко. Настоящее. Взяли птицу, подарили. Чую, сегодня СМР будет слишком громким. Но если я поняла то, что от меня хотят, вы в комменты напишите. Я в следующий раз попробую заснять что-то подобное, а товарищи уйдут в переноске. Он тут в переноске спал, у меня прятался, я не могу понять, где он, а он не спит кататься. Белым оттенком. У меня было худшее, что не налить. Тоже с белым оттенком. Он, видимо, все с белым оттенком. Я люблю мармеладки и суфлейки. А еще меня кинул сегодня, как сказал мой товарищ по хобби, жареный петух в одно место. Я завтра поеду в Ель. Рано утром, почти рано. Все, попробовала. Интересно такое, не совсем как маршмеллоу. Грамм, около 90 с чем-то рублей. Вот с 7 марта.
Я сегодня пробовала садовую клубничку. Одна штучка. Такая не кислая совершенно, но не совсем сладкая. Весь марципана Юркина, запоздалой посылки нас, запоздалым подарком на день варенья. И было два марципана, осталось половину одного. Буханка марципановая, шоколадка, очень вкусная, кстати. Вот такие финансы подарки. А еще есть последний кусочек шоколадки тоже из той посылки. Линки, кажется, мятный с чем-то там. Вроде молочное было. Да, мятный пахнет. Мармеладку слопала целую, а эти только надкусила. Ну, фриоли я. Самая настоящая фриа. Без понятия, что это такое. Что еще сказать-то? Можно вставить батарейку, будильник. Он идет в какие-то разные стороны. Хотя, наверное, какую-то я его не подцеплю и вставлю уже потом. Не подцепляется. Ногти короткие. Растут медленно, благо хоть больше меня отцепляет. Чего-то. Сейчас передала, держала их в соленой водичке с капелькой лимонного масла. Ну, типа удобряла. У нас тут 48, без 12 минут этого самого 11, 22:48. Я хочу посмотреть еще одну серию аниме. 7:40 мне вставать, да, мне надо как-то умудриться уснуть. Я вечно как-то хреново сплю перед дорогой, перед тем, как куда-то ехать. Интересно, слышно, как я укучу? Если я хоть чуть-чуть вызвала у вас мурашки, я рада. Если у вас какие-то есть дополнения насчет этого, ну, допустим, кон мешается, громко больно живет, прыгает по столбам и табуреткам, ну, или типа того, или там хоть ли оставите свечки, шуршит там чем-то подольше, или еще что-то, то дайте знать, какая это, ладно? Ну, или в личку. Спасибо за просмотр. Если досмотрели до конца, по традиции, добра вам, люди. Свечка вон у меня даже. Интересно, думать не увидим буду сейчас вообще в камеру. Что я там должна была сказать? Да, всем добра, спасибо за просмотр и до новых встреч.